Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Симак сегодня подписал, нет, не новый контракт с клубом, а несколько десятков экземпляров документальной книги «Своих не бросаю» и другие рассказы. Автограф-сессия прошла в Российской национальной библиотеке на Садовой. Издание посвящено одному из самых знаменитых святых православной церкви, Иоанну Кронштадтскому. На страницах известные люди рассказывают о произошедших с ними чудесах. Героем первой же главы стал нынешний наставник сине-бело-голубых, который известен не только своими спортивными достижениями, но и глубокой религиозностью. Сергей Симак более 10 лет является прихожанином Иоанновского монастыря на Карповке, возглавляет благотворительный фонд «Иоанновская семья». Поэтому именно ему выпала честь передать фонд РНБ часть тиража. 230 экземпляров книги, а также ответить на самый популярный вопрос, как можно совместить профессиональный футбол и веру. Главное, чтобы Бог был на первом месте. Остальное все будет все на своих местах. Если надо, чтобы мы там были на первом месте или еще, ну, слава Богу. Будем, не дай Бог, конечно, на последнем, но все равно, значит, тому того и быть. Но хочется, чтобы такого не было, но на все воля Божья. Передачу книги приурочили к сегодняшнему городскому празднику – Дню памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Почти все экземпляры РНБ планируют передать районным библиотекам.